Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. В прошлом эпизоде мы наловили такое небольшое, но и не маленькое количество покемонов, и сейчас мы продолжим их искать и ловить тех покемонов, которых у нас еще нет. Сейчас я выключу музыку, а то... И вот что я заметил. На мини-карте у меня там сверху отображается, что подо мной зомби. Наверное, там все-таки какой-то спаун. Я просто-напросто, ну, сейчас посмотрю, что там и как. Ух ты. Нифиговенький тут спаун такой. Так. Нет. Так, я их убивать не буду, и мне лучше так кажется. Они меня вроде так не ударят, да, на два блока выше. А вот сундуки нам не помешают. Может, там что-то нормальное такое и попадется. Хотя нам и так уже не нужно, можно сказать, ничего, даже если там алмазы попадутся или еще что-то. Так. Ща, это все позакрываем. Как бы отсюда так нормально, чтобы... Так. Давай. Фу, воздух есть? Во, сундук какой-то. Да. Сейчас мы еще воздуха немножко. Спаун, конечно... Странно так появился вот тут. Под водой, под озером как-то затопило это все. Странно вообще как-то. Ладно, тогда идем ловить, в принципе, покемонов дальше. Вот как раз там, может, в этом поле будут какие-нибудь покемоны, на которых можно, в принципе, нормально прокачаться. Это вроде то поле, которым мы просто-напросто были в прошлом эпизоде. И вот, что мне интересно. Ой. Я уже думал опять куда-то упаду сейчас. О, 40 уровень. Этот покемон у нас есть. О, еще вот этот покемон. Отлично, вот который пропал в прошлом эпизоде. Офигенно. Так, все, ловим его, ловим. Ой, да... Фу, все, нападаем. Ой, так, наш Чармандер мертв, Кабутопс. Ну иди, Кабутопс. Так, чем бы тебя так ударить, чтобы не убить? Да, в принципе, можно вот этим скиллом побить. Ой, ты куда так ударил его? Ну чё, пытаемся его словить. Давай, ловись. Словишься, нет? Ну, в принципе, не знаю, посмотрим. Так, все, отлично, словили. Фу, все, этот покемон у нас есть. Это отлично. Так, еще каких покемонов у нас нету, которые я сейчас могу вспомнить? Я помню, что у нас нету покемона Лапрас, его можно найти в море. Нет, помню, что у нас нету, хоть, не знаю, как, вот такого у нас еще покемона нету. Вот такого. Ну, я не знаю, у него, как я знаю, у него эволюции, в принципе, вообще нету. И поэтому его просто ловить, бум-бум-бум, ну, можно сказать, просто-напросто для коллекции. Так, пытаемся его словить. Вот что мне интересно, вот в этого, как бы... покемоны, которые у нас есть, сил... Вот мне... О, словили этого покемона, отлично. О, еще один на нас такой же напал. Давай тогда иди, Мью. Нужно уже увеличить наших покемонов, то уже и ударов у них не осталось. Отлично. О, с него вот это выпадает. Так, чё я вообще хотел сказать? Забыл уже. Нормально. Сейчас прокачаем наших покемонов.
Ой, секундочку. Так, извините там. Так. Да, вызываем вот этого покемона. Так, вызвали? Да, вызвали, отлично. Сейчас вызываем вот этого. И убиваем. Отлично. Так, все, мы продолжаем. Там, извините, дорогие друзья, я немножко там обрезал. И вот что я хотел узнать. Вот, есть у нас сил, да? Но я не знаю, как он эволюционирует. Он эволюционирует с помощью... Что это за покемон? А, он эволюционирует с помощью водного камня или просто от прокачки. Вот это меня действительно интересует. Ну, в принципе, собирать 9 камней, причем водных, не так уж и сложно. Ну, в принципе, это просто и так морока, можно сказать, их вот сейчас собирать. Но я не знаю, как он эволюционирует. Но почему-то я думаю, что с помощью этого камня. Я не знаю почему, но мне так кажется. В принципе, насобирать это сейчас можно. Ой-ой-ой, так у нас и еда кончается, и воздух тоже, и воздух тоже, и воздух тоже, и воздух тоже, и воздух. Фу, успели. Так, сколько у нас там есть, если я помню, что я сейчас добыл 3 штуки. Фу, ну сейчас добудем еще. Отлично, еще один добыли, и там я еще один видел, да. Может, все-таки лучше включить день, а то просто ночью и не так все хорошо видно, как днем, в принципе, логично. Так, тогда сейчас добудем и покушаем, да. И не знаю, куда можно побежать, в принципе, дальше, в какую сторону. Итак, где наш дом? Какой стороны? А, так, не-не-не, где наш дом? Наш дом, как я понял, или... Хоум. Наш дом вроде... А чё ты не показываешь, где наш дом? Ой. Так. Вот, наш дом там, отлично. Фу. Ой. Я же в воде вроде там был. Сейчас начну тонуть. А, не, ху. Так. Я не знаю, включить день или уже пусть будет так. Просто действительно не так уж и хорошо видно все, когда день. Так, ныряем. Да, покушать нужно, я как-то забыл про еду. Ну, если наш дом вот там, если плыть туда, наш дом вот там, то значит будем идти куда-то вот туда. Так, нам бы покемонов, боссов найти, в принципе, с них и прокачиваться как-то офигенно, потому что действительно очень много опыта дает. И плюс к тому, что... как бы с них еще могут и выпасть там разные вещи, так как я помню, ну, в смысле, я выбил с одного покемона босса тот же Мастер Болл с помощью, ну, для, ну, не помню, вроде вот с такого покемона, свинуната, я выбил Мастер Болл, да, ну, когда он был покемоном босса, да, покемоном босс, покемон босс, который был, да, что-то я, так, о, это что это за покемон, мне вообще показалось какой-то там покемон странный, это обычная птичка, так. Так, куда мне лучше все-таки идти? Думаю, можно вот сюда. В принципе, можно вот так и через лес пойти. Может, там и найдем тот же камень. Что-то меня глючит немножко. Найду тот же камень. Бам-бам-бам. Как это? Какой это камень? Ледяной камень для... Да. Ух, твою ж, я вообще уже что-то заговариваюсь. Ледяной камень для Иви. Все, фу,
Ой. Ой. Что-то заглючило, вообще нереально. Так, да, и я уже что-то заговариваюсь немножко, поэтому извините. Так, и что-то глючит у меня, я не знаю почему. Пусть будет... Ой, это значит, что у меня там... Не знаю, короче, не буду сейчас. Фу. А в какую сторону все-таки лучше пойти? Это... А, это, наверное, просто-напросто мир прогружается, так как он еще тут не прогруженный, поэтому так и глючит. Да, лиственной камень. Отлично. Так, а ты... Сейчас... Ой, это что такое? А. А ты там... Ну, сил 15 уровень. А ты какой? А ты какой? 37-й. В принципе, тогда если думать, что сил может и эволюционировать или от водного камня, или когда будет там 35-й уровень, или какой-то такой. Так, сейчас убьем. Давай. Еще один ударчик. Все, отлично, дало нам нормально так. Опыта. Да, и в принципе идем дальше. Реально меня немножко глючит, я говорю, это потому что мы в принципе тут даже еще не были, как я помню. Ой, да, отлично. Не допрыгнул. И мы тут еще как бы не были, но... В принципе, по этому миру грузится, да, и глючит. Так. Это повезло бы, если бы я еще нашел хотя бы одного там легендарного покемона. Не знаю, какие там еще есть. Ну, не, ну знаю, ну там парочку. Там Запдос или Артикун или еще какой-то там. Это вообще бы отлично было, если бы я их нашел. Это, что это за звуки? Такие... стоны даже, можно сказать. А, вот это, наверное, вот этот покемон. Ну, прикольное такое место какое-то. Такое... озерко маленькое. И лес, и там... И песок, и такое озеро. В принципе, прикольно, мне нравится тут. Не знаю почему, но какая-то такая обстановка прикольная. Да что ты будешь? О, да ты попадешь в него, не попадешь. Ты уже... Да ты... О. Так, давай, убивай уже его. Все. Так, отлично. В принципе, вот на этих самых же покемонах можно тут неплохо так покачаться. Файт. Что-то я... Так. Я думаю, в принципе, действительно сейчас можно пойти домой. А то как-то у нас даже уже и нету покемонов. Ну, в смысле, все умерли, можно сказать. Так что я сейчас тут поставлю вейпоинт. Этот, я вообще не знаю, куда этот. Да, пусть будет вот тут. И... Ой-ой-ой-ой-ой. Так. И идем домой. Фу, так, все, мы дома. Отлично. Идем лечим наших покемонов. Ну. А то у нас, считай, уже два покемона мертвых. И Мью у нас как бы уже ударов не имеет. Почти Кабутопс тоже умер. Фу, отлично. Так. Ставим этого покемона сюда, так как он уже прокачанный, можно сказать. И берем. Ух, нифига себе, сколько у нас покемонов. Ух ты ж, я даже, если честно, я не видел, что у нас столько новых покемонов, которые как бы я наловил их, и они еще не прокачаны. Да. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 новых покемонов, которые не прокачаны. Ну, в принципе, Киндлер, 45 уровень, он как бы уже его последняя эволюция, я так думаю, у него уже больше прокачки не будет. Ну, в смысле, эволюции не будет, поэтому ставим его сюда. Вот этот бык, я думаю, у него тоже эволюции уже не будет, так как я действительно, если я помню, то он уже не эволюционирует. И также вот эта Сидра, я думаю, первая эволюция, я забыл, какая у него, у нее там называется, но я знаю, что, не, ну, если я так точно помню, знаю, то больше эволюции у нее не будет, да. Фух, я уже действительно что-то заговариваюсь. И также и Ликитунг. Я почему-то думаю, что у него эволюции не будет. Ну, в принципе, дорогие друзья, если вы знаете, что у него там будут еще у вот этих покемонов, которые я назвал, будут еще какие-нибудь эволюции, то вы пишите на, вот в этих. Киндлер, вот этот Бэк, Сидра и Ликитунг. Напишите, есть ли у них еще какие-нибудь эволюции. Итак, мы опять продолжаем, я там опять немножко обрезал. Итак, о чем я говорил? Да, напишите, пожалуйста, в комментарии, есть ли еще какие-нибудь эволюции в Киндлера, да, вот этого быка, в Сидры и в Ликитунга, и как они вообще происходят, от прокачки, на каком уровне, если от прокачки, или от камней. Ну, я почему-то думаю, что у них уже нету эволюции, поэтому, не знаю, короче, посмотрим, напишите, да. И вот в этого тоже, я думаю, у него нету эволюции, вот этого. Тоже напишите, есть ли у него еще какие-нибудь эволюции. Но я почему-то думаю, что уже нету. Вот и в Кангашан, или как он назвал. Короче, кенгуру, можно сказать, такое похожее. И напишите, есть ли у него эволюции тоже. Если есть, то напишите, какие. И как они вообще происходят, да. Так, берем тогда вот этого. Опять музычка какая-нибудь. Какая-то там играет громкая. Тун-тун-тун-тун-тун. Ладно, не буду выключать. О, пикать. Ух ты. 1, 2, 3. 4 Пикачу. Ух, нифига себе, сколько вас тут собралось всяких разных покемонов. Сколько Пикачу, сколько всяких еще. Гастли, вот. В принципе, тут был большой лес, но я его как бы вырубил с помощью трикапитейтера. И может тут появится какой-нибудь... не знаю, так. Все, это уже... И может тут появится, может, какой-нибудь там легендарный покемон, допустим, в этом лесу. Так как я действительно его полностью вырубил. Ну, не полностью. Так. Ладно, я тогда думаю, на этом уже, в принципе, можно закончить. Я сейчас дойду домой и там уже просто сохраню. Ну, не сохранюсь, там закончу. Фух. Так, ну, в принципе, у нас еще там достаточно таких покемонов есть, чтобы прокачивать, эволюционировать их. Где-то еще штук 10. Еще расскажу там... Напишите, есть ли в тех покемонов, которые я назвал, эволюции, и как их эволюционировать, да. Сколько вас тут гасли. И все, я думаю, тут уже можно закончить. В принципе, ставьте лайки, чтобы было больше серий. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.